Губернатор Владимир Владимиров в рамках рабочего визита в Беларусь посетил промышленное предприятие республики. Одной из точек стал столичный автозавод. На нем производят грузовые автомобили, тягачи и общественный транспорт. Делегация Ставрополя заключила договоренность о поставке техники для предприятий края. Также Владимиров посетил крупный завод по производству сельскохозяйственной и специализированной техники, оборудования и расходных материалов. С руководством компании губернатор обсудил возможность создания предприятий на территории Ставрополя. Наш край в ближайшее время посетит делегация завода, чтобы обсудить инженерные решения. Владимир Владимиров заявил о намерении возобновить авиасообщение между регионом и столицей Беларуси. Конечно, нужно усиливать соединение регионов. Это задача Владимир Владимирович Путин перед нами ставит, Александр Григорьевич перед своими ставит подчиненными. То есть сегодня, конечно, необходимо нам сближать регионы, причем открыть авиарейсы между Ставропольским краем, Кавказским минеральным водом, аэропортом минеральным водом и Минском. Это важнейшая задача сегодняшняя. Мы взяли на себя обязательство в ближайшее время уже этот самолет поставить на рейсы. В станице Суворовской в следующем году начнется капремонт второй школы. Там укрепят фундамент и фасад здания, заменят инженерные коммуникации, окна и двери, сообщили в региональном министерстве образования. Также обновят кровлю и внутреннюю отделку, благоустроят прилегающую территорию. Работы проведут по краевой программе модернизации школьных систем образования. На время ремонта ученики будут посещать занятия в другой станичной школе. В Александровском округе капитально ремонтируют Саблинский водопровод. Уже уложили 1,5 километра коммуникаций. Осталось смонтировать еще 1 километр труб, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Качество водоснабжения после ремонта улучшится для 6 тысяч жителей округа. Работы проводят за счет средств краевого бюджета. В станице Курской завершилось строительство новой поликлиники. Она сможет принимать до 350 человек в сутки, сообщили в региональном Минздраве. Там разместились кабинеты приема пациентов, помещения функциональной диагностики, клиническая лаборатория, рентген-кабинет и дневной стационар. Строительство медучреждения провели по нацпроекту здравоохранения.